Давай вместе. Вот так будет, наверное, более молодежно, стильно. Так, а чего ты эту? Свою новую. Это ж ты эту мою надеваешь? Ну, твоя там капюшон никуда не будет смотреться. Вернее, моя. А, с капюшоном. Это ж тоже теперь моя. Да все твое. Ты ж все мое забрала. Ну, не знаю. Мне, наверное, в этом более стильно. В белом пиджаке как-то прикольно. Куда ушла? Конечно, мама самое дорогое, что есть в жизни. Давай, белый мерей. Не швыряй. Не швыряю. Смотри, как тебе красиво. А, Аня, слушай, ну ты вообще, ты просто первая леди. Вот смотри, ты видишь? Ну, первая леди. А видишь на этом пиджачке какие эти манжеты? Угу. И они сюда как подходят. Слушай, может, все-таки в белом? Это же фотография. Может, в белом. Иди так. Так, ты, ну, в джинсовом-то ты такая, знаешь, это очень молодежный стиль, а здесь более официальный. Ты какой хочешь? Да мне и так нравится. Бери два. Бери этот с собой и сделаешь несколько фоток. Смотри, красиво. Белым? Да. Ну, хорошо. Ладно, там будешь, бедный ребенок. Да не в них же я пойду. Ой, учись! Пригодится на каблуках ходить. Дочь, ну, конечно, ты будешь ходить в кроссовках, но иногда на каблуках, иногда. Так, ну все, красавица. Все, чтобы красивенькие фотки получились. Помаши, пожалуйста. Давай.